Всем привет, с вами Росиксон, и сейчас я расскажу о Zomland, а также будет розыгрыш $5 в токенах NIR. Так, с $5 получит тот, кто напишет лучший комментарий о игре Zomland. Так, Zomland — это первая игра Play to Earn NFT, основанная на NIR. Кстати, она победитель NIR Хакатона в номинации «Лучшее использование технологии». Чтобы играть в Zomland, вам необходимо иметь кошелек NIR и небольшой баланс токенов NIR. Как создать кошелек, я уже делал видео, можете посмотреть в моем плейлисте NIR. Так, когда у вас есть кошелек NIR, вы можете войти под своей учетной записью, подключить свой NIR кошелек Zomland. Все, теперь можете начинать играть. Так, начинаем свое путешествие с мента земель. Каждая земля будет производить зомби один раз в день. Вы можете владеть свободной землей или купить большую, она будет приносить больше зомби каждые 24 часа. В игре можно минтить NFT, это земля, зомби, монстры, размещать свои NFT на игровом рынке, убивать собственного зомби и получать внутриигровой токен ZML, принимать участие в интерактивных сражениях, ну и так далее. Так, земля. Наличие земли у вас будет возможность минтить зомби каждый день. Также вы можете отправить монстра, чтобы обнаружить ваши земли и получить шанс найти некоторые товары. На каждом участке земли можно получить определенное количество зомби каждый день. Существует три типа земель – малая, средняя и большая. Шансы на выпадение зомби в зависимости от типа почвы. Зомби-зомби-такс. Это многочисленная армия, которая собирает вас к победам и целям. Каждый зомби к одной из коллекций, и его карта принадлежит одному из вариантов редкости. Обычный шанс выпадения 70%, такс, нечастый шанс выпадения 24%, редкий шанс выпадения 5% и эпический шанс выпадения 1%. У каждого зомби свои показатели здоровья, атаки, скорости интеллекта, которые характерны для цены в токенах ZML. Эти функции используются для создания собственного монстра. Чем старше зомби, тем его больше цена в токенах ZML. Возраст монстра также используется для избыточных функций, описанных в разделе монстра. Такс. Чтобы получить монстра, вам нужно собрать 10 зомби из одной коллекции. В результате характеристики монстра, здоровье, атака, интеллект и цена его токенов ZML соответствуют сумме характеристик всех собранных зомби. Скорость будет средней скорости выбранных зомби. Монстры. Как уже было сказано выше, зомби могут блокироваться в коллекции и обменять на мониторинг сильного, крутого и мощного зомби. Рынок позволяет покупать и продавать земли, зомби и монстров. Такс. Для ссылки NFT на рынке нужно нажать в меню карты и выбрать «Продать». С правой стороны вы видите выбранный NFT для продажи. Ввести цену каждого NFT, нажать на кнопку «Продать» с правами на управление и подтвердить транзакцию. Такс. Токен JML будет как токен управления, внутриигровой токен для целей обмена, для стейкинга. Токены управления – это токены, которые пользуются правами голоса в причастном проекте. Они пользуются основным служебным токеном протоколов DeFi, поскольку они оплачивают предоставление права между пользователями через токены. Так, владельцы земель также могут делать ставки, брать кредиты и продавать их на рынке или на биржах. Тем не менее, их единственная и основная цель является достижением управления. Примерно так. Да, у меня могут быть некоторые ошибки. Буду благодарен за критику в комментариях. Не забывайте участвовать в конкурсе, и все ссылочки будут в описании.